ребята! Вы на моем канале Влада Бест, и сегодня мы играем в игру под названием PKSD. Да, ребятушки, но перед началом видео я хочу сказать пользователям Ютуба, которые правильно ответили в прошлом видео на загадку. И это Олечка Звездочка, молодец, Гермиона, я тебя буду упрощенно называть, Игры с Дашей и Кекловы, и ты моя огненная кошка, вы молодцы! Кстати, сейчас я вам еще раз прочитаю загадку и скажу ответ на эту загадку. Я читаю. Без рук, без топоренка построена избенка. И это гнездо. Я тех ребят назвала, которые правильно ответили в комментариях. Ну, назвали гнездо. И, ребята, сегодня тоже будет неожиданная встреча. Вы, наверное, думаете, с кем же это будет? Сейчас я вам скажу. Это будет не Яндекс Алиса, а это будет Маруся. Сейчас мне надо с ней поздороваться. Привет, Маруся. Привет, привет. Поздоровайся с зрителями. Привет, привет. Очень рада встрече. Вот, ребят, это она вам сказала. Ну и молодец она. Да, молодец. Ну вот и отлично. Маруся, что же мы сегодня будем с тобой делать вместе? Поужинаем, а потом не знаю. Уверена, мы найдем чем заняться. А, поужинаем, а потом не знаю, с кем чем же заняться, да? Маруся, прием! Со мной, конечно же. Ну да, а с кем же еще? С пушистым моим маленьким другом. Ахах. А как его зовут? А что это за пушистый друг? Я не понимаю. Маруся, прием. Это старый друг мой. Старый? Ну ладно. Ну не то чтобы старый. В смысле? А что это за девочка появилась? Английская? Ну ладно. Девушка – лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость до вступления в брак. Вот, ребят, услышали, кто такая девушка? Моя хорошая знакомая. Ну и кто же это? Кто-то очень хорошенький. Ладно. Слушайте, ребят... Я тоже в шоке. Маруся, а давай сейчас с тобой выступим на сцене. Вау, как заманчиво. Ну, а что, нельзя? Для этого мы должны подобрать с вами образ, да, ребята? Ой. И верно, иначе нельзя. Я не туда... Ой, да куда ж я зашла? Я не туда зашла, надо на одежду нажать. Что же вы так? Да, я не знаю, что же я так... Причесочку. Попробуй разобраться, что случилось. Слушайте, ребята, давайте мы сегодня выступим на... Включаю детскую музыку. Давайте послушаем. Так. Включите. Так, так, так. Сейчас я хочу эту музыку послушать. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до, ре, ми. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Я тут не знаю, что мне такого подобрать. Ты мне поможешь? Маруся! Давай уже быстрее говори мне, что ж мне такого подобрать. Ладно, может, эту... Я с радостью помогу, что у вас случилось. Маруся, как ты думаешь, можешь мне одеть такую футболку с 500 тысяч подписчиками? 500 к. О, круто! Согласись. Может, эту? Не знаю. Вы очень добры. Ну, спасибо тебе, Маруся. Ты такая добренькая.
Пожалуйста, приятно сознавать, что кто-то ценит мои старания. Оу. Кстати, ребята, а Маруся такой очень добрый робот, но она такая, ну, няшечка. Няшечка. Как по мне, она даже лучше Яндекс Алисы. Красавица добрая, хорошая, приветливая. Это кто, ты или я? Скорее всего, ты. Угадала? О, Маруся, спасибо. Ребят, я здесь... Приятно слышать теплые слова. Москва, цвета, сканы, всюду великаны. Лучше? Ну, спасибо, Маруся. Сочи. Маруся, я здесь подобрала футболочку. Как ты думаешь, что мне лучше одеть, юбочку или штанишки? Оденься элегантно, это беспроигрышный вариант. Маруся, так ты не поняла, мне лучше юбочку одеть или штанишки? Я так и не поняла. Какая одежда хочешь сегодня? Понятно, ребята, она опять немножечко... Ну ладно, вы поняли. Давайте, наверное, тогда вот такую вот юбочку, она очень подходит, согласитесь. Ой, какая классная. Мне в такую. Ну, ты можешь заказать на сайте, любом совершенно. Там, где если ты найдешь эту юбочку. На сайте ПКХД, да, ребята? В таком случае я сразу же займусь этим. Ну да, занимайся. Может, эту... Может, вот такую вот корону королевы, я думаю, мне очень будет подходить. Согласитесь? Ну... О, давайте диадему. Не поняла вопроса. Попробуйте сформулировать иначе. Маруся, ты не поняла. Я здесь выбираю образ на... Что мне лучше подойдет, чтобы я выступила... Ну, в чем я буду лучше смотреться на сцене? Как ты думаешь? Давайте вот такие вот перчатки, они такие мимишненькие. Сделай правильный выбор, пожалуйста. О, Маруся, спасибо, ты меня так поддерживаешь. Всегда пожалуйста. Слушайте, ребят, может, давайте оставим такие вот ботиночки, они мне очень нравятся. Хотя, да, давайте, наверное, такие и оставим. Очки. Но сегодня у меня в реально... Хорошо, давай так и сделаем. Но сегодня у меня в реальной жизни есть, конечно, очки. Давайте мы их реально тоже оденем. Как я раньше с такими ходила. Ну ладно. Дальше давайте мы возьмем... Все. Поверь мне, это прекрасная идея. Ну да, я знаю. Ребят, согласен. Все-таки вы очень умный человек. О, кстати, ребят, подождите, перед началом, как мы пойдем на сцену, я здесь, в общем, вот так вот ходила, гуляла и увидела, знаете что, секретную коробочку, вы сами посмотрите. Вот, видите там? Я надеюсь, она у меня хоть соберется. Вот, видите О, там? О, прикольно, пойдем. Да, пошли сейчас. Наговорились. Пошли прямо сейчас. Да, я иду как раз за коробочкой. Так, сейчас мы с вами возьмем, наверное, вот этот супер-коктейльчик. И будем высоко прыгать. Эй, высоко прыгать. Спасибо. Ребят, для Маруси хороший комплимент – это эй. Да, Маруся? Спасибо за комплимент, наверное, так оно и есть. Вот, ребята, если у вас есть Маруся, то говорите ей всегда «эй», потому что она так считает, что это ей для нее комплимент. Да, Марусечка? Я с вами полностью согласна, я ей говорю. Кому ты говоришь? Мне? Конечно, мне. Кому же еще? Маруся, ты сама с собой разговариваешь или со мной вообще для приличия? Слушайте, ребят, давайте мы сохраним... Я все время разговариваю с вами.
Ну да. Давайте мы, наверное, сохраним этот... Поняла. Этот образ, чтобы мы переоделись в суперкостюм. Давайте поменяем его на вот этот. Заменим. В принципе, этот уже новогодний, не в тренде. Согласитесь. Вы очень добры. О, спасибо. Ребят, видите, меня даже Маруся поддерживает. Ну, ребята, сейчас время для загадки. Всегда пожалуйста, бро. Я бро? Угу. Не сомневалась еще ни разу. Ребята, сейчас я вам расскажу загадку. Точнее, не я, а моя подружка Яндекс Алиса. Сейчас. Привет, Алиса. Расскажи, пожалуйста, зрителям загадку. Ищу для вас ответ. Ну, давай. Да не ищи. О, я придумала. Алиса, расскажи загадку. Запускаю. Допустим. Открыть. Оцените навык загадки. Какой еще навык? А какая отгадка-то? Ну ладно, запустить. Давайте. У меня есть много разных загадок. Но если вы захотите загадать мне что-нибудь сами, просто скажите, Алиса, отгадай мою загадку. Я начну. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Отгадай. Пишите ваш ответ в комментариях. Ну, я возвращаюсь к Марусе. Маруся, привет. Ты не скучала, я надеюсь. И я скучала. Как ваши дела? Все, ребят, я собрала коробочку и в ней 800 монеточек. И все? Серьезно? Кстати... У вас очень красивые изделия. О, спасибо. Ребят, там еще было на сцене... Ну, какое же вы чудо. Пожалуйста. Ребят, там еще был на сцене сундучок, но я его собрала. Там было 3 кристаллика, 3 самоцветика. Ну и давайте сейчас выступим на сцене. Для этого я должна... О, интересная штука. А я тут прочитала шутка, а она потом сказала штука. Ну, прикольно. Шутка смешная, своевременная. Ну да. Давайте мы сейчас пойдем на сцену. Понятно. Финальный выступ. Сейчас, к микрофончику. Не знаю, что вам ответить. Ну, не знаю. Мы тут и без тебя, умняшечки. Никто не знает. Ребят, вы знаете? Ну, ладно. Приветик. Маруся, мы с тобой... Тут уже ты... Вообще-то, это уже почти конец видео, а ты тут только здороваешься. Ну, ладно, возьмем сейчас микрофончик. Где же... О, вот! Ну и, Маруся, включишь нам музычку, которую ты включала в видео. Ага, вы мне уже подняли настроение. Да, ну. Ну вот и отлично. Сейчас я буду петь, давай уже музыка. Давай. Где музыка, Маруся? О, музыка была. Эй. О. Мой выступ. Если вам понравилось это видео, поставьте лайкусики, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои клевые видео. Обнимашки, целовашки, пока! С вами была Маруся. Маруся, это... Попрощайся с зрителями, точно. Давай. Я здесь. Маруся, попрощайся с зрителями. Тебе тяжело? Да нет, что вы, мне не тяжело. Ладно, не будем тянуть время. Всем пока-пока!